Так, прошу помолиться за меня. Что-то силы покидают. Так. Первый день прошел. У нас мы договорились считать. Господи, владыка живота моего. До праздности ныне доблащали празднословие сребролюбие. Его выбросили. Его вставить надо. А что, я не прочитал? Мы молились, это не читал. Забыл. Нет, я говорил. Говорил? Конечно. Для вас специально. Да. Сребролюбие — это страшный грех. Корень всякого зла какой? Михаил? Поэтому молодец. Объяснение никакого нельзя дать, кроме того, что это обличало сильно, взяли выбросили. От князя Владимира шло 600 лет с лишним. Считали сребролюбие, а сейчас нету. Мне надо машину завести, Господи, а то долго будет. Господи, владыка живота мой, дух праздности, уныния, обличали празднословие. И сребролюбие, взяли сребролюбие, выкинули, нигде нету сейчас. Считать надо это. Так, второе, простенькое, зайди-ка, ты тоже тут нужна. Чего там? Довезешь Маргариту? Когда человек делает земной поклон, нет. Ну тут понятно как. Колени должны коснуться, голова. А как руки? Нигде не говорят. Я гляжу сегодня, вот некоторые не знают. Вот такой вот подручник большой, это хорошо. И руки вот так. Руки должны быть вместе. Вместе. Это 10 заповедей, которые ты почитаешь и преклоняешься. Ну не знали, не сказали. Я это не знал. Дальше. Какую-то тряпочку можно взять. Ходим здесь, сейчас гляжу, ты по полу елозишь тут. Ну пол, то все равно не чистый-то. Я тебе сказал, иди туда же в другую здесь, в главный зал в храме. Приходится уже это. Ну это можно еще там взять. Вот у меня сшитый. Еще. Ну, лоскутки самые маленькие. Да мало того еще петелька. На пальчик повесил, он не мешает. Это оружие наше. Молитва. Мало, наверное, поняли-то. Надо дома читать. Мы тут говорили одно время, Игорь, ты куда-то вышел? Машину заводи. Машину пошел завести. Машину, ну ладно, как-то сказать. Мы никакой новинки-то не вводим. Я вот вопрос каждому задам. Скажите, те святые, которые канонизированы, которых принято считать святыми, которые описаны в 12 томах Дмитрия Ростовского, мы можем так сказать, этот святой, и сегодня сами деканонизацией заняться. Вот католики, те сумели это сделать, у нас этого нету. Они видят все, что написано, они, Георгий Чудотворцев, выдумка. И они его из числа святых просто вычеркнули, и все. И Никола Чудотворец. Там столько понаворочено, говорит, написано, я с католиками разговариваю-то. И они их деканонизировали, просто убрали. У русских было последние годы. Канонизировали около 32 человек, это все скрывали. А потом, когда дальше-то нашлись документы, они увидели, это предатели. Они своих выдавали людей. Их не канонизировала уже православная церковь. А у них честь уже храмы строить начали, уже людей крестить. Ну, раз он святой, так. Значит, вот с этим-то как? 1 Коринфянам 4:5. Не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. И тогда каждому похвала. Господь судит помышления, намерения сердечные. Ну кто помышления-то знает-то? А он стоял, там Александр Невский пишет, он от юности еси, возлюбихом богослужения. Ну зачем обманывать-то? Он возлюбил что? Скакать на конях, драться. Он воин. Ну это Александр Невский, какую он победу одержал? У него войска было 3 раза меньше. И он одержал. Лгать не надо. Не надо лгать. Вот это самое главное. Богу вот это не надо. Вы, говорит, припираетесь, а Бог, говорит, мне это противно. И вот считают, ну, сколько лет, можем сказать, от Андрея Крицкого, видимо, так. Ведь это канон Андрея Крицкого-то. Почти 1200 лет. И каждый раз считается житием Марии Египетской.
Я когда стал об этом говорить, один человек вышел, такой миссионерский отдел ведет. Я тоже так думал, ну, не знал, как сказать. Очень просто, она ни одного дня не жила по Евангелию, ни одного дня. А я считаю, ну, если бы жила она, а празднование памяти святого, подражание ему, говорит Златоуст. Мария Египетская, кто подражал, нет. А ведь она еще, говорится, в первом тысячелетии была. По старству Зосимы видно, который был там. Это уже 1400 лет, и подражателя ни одного. Неужели не говорится, что это образ нежизненный? Ну почему было сесть и маленько не посудить? Ну кто подражает ему? Ну назовите, в Барнауле кто подражал? Ну не в Барнауле, в России царской, когда в монастыре было 1275. Ни одного человека. Уйти на 47 лет в пустыне человека не видела. Она голая была. Почему она закричала, я тоже человек, ты брось одежду, отвернусь, я вернусь назад и оденусь, и тогда ты меня увидишь. Почему считается не житие Марии Магдалины? Мария Магдалина, она Христа видела. Она знала его. Кому он сказал, не прикасайся ко мне? Ее называют не Иоанна, не Петра, а ее апостол апостолов. Она для апостолов новую весть принесла. Она первая была там. Написано, когда было темно, когда рассвет был, и уже солнце взошло. Сколько? Она столько раз, говорит, бегала. Вот толкование какое. Она не могла успокоиться. Если ты садовник, ты взял его тело, скажи, где положил. Я его возьму. Ну кого ты возьмешь? Я возьму, возьму, утащу. Любовь ее не знала границ. И ее не считают. Так ее житие-то какое? Оно все евангельское. Да ничего, не надо придумывать, ничего нету. Она не пошла в пустыню, как Мария Египетская. Она могла пойти? Она не пошла. Она пошла по миру, стала свидетельством, те предания сохранила в записи, что она дошла до императора. И ему там, и Соня сказать, ну было или не было. Тут яйцо-то, что тут говорить уже. Яйцо надо сырое, а не сварено. Сварено мертво, там ничего нету. Она почему яйцо взято? Внутри вот этот гроб, оболочки, а там живое, зародыш есть-то. Ну, думает об утробе только своей-то, ну нельзя так подыгрывать. Так можем взять семечко тыквенное и сказать, вот так кожура внутри жизнь и поздравлять семечки. Ну, смысла-то другого нету никакого. Вот когда Лазарева суббота, она одна в году, суббота перед последней неделей поста. Рыбу есть нельзя, а икру можно. А почему? Сама рыба это как гроб, а икра это жизнь, Лазарь воскрес. Это монахи. Они не проповедовали, но через желудок, ну как говорят, к мужчине, к сердцу его, женщина, говорит, через желудок проходит. Она его кормит, он расположен, его только кормят. Они же любят поесть мужики-то. Так вот здесь-то и надо кое-что внести для себя хотя бы. Мы ничего не менять не будем, но если считать канон, то и включить туда Марию Магдалину. По согласию, сейчас вот решим. Что вы принесли? Так, найди ей житие, заложи закладку и принеси. К первому веку. Если не знаешь, позвонишь, я скажу, в каком месяце ее искать. А месяц это целая книга на месяц. Ее прочитать. Потом мы думали, может быть, зайди-ка сюда. На две части нет, надо целиком считать. У нас время есть, тем более. Ну, короткие богослужения. Прочитать житие Марии и Магдалины. Некоторые не знают даже. Там даже Борис Леонидович Пастернак написал стихотворение. А по какой читать? Там и два, и три даже. Есть короткое, есть полное, есть по-ростовскому. Ну, ты как считаешь? По-ростовскому я считаю. По-ростовскому? Ну, там много это про мощи там. Ну, целый... не надо, мощи не надо. А, мощи не надо. Не надо. Ну, давайте по-ростовскому. Только речь идет о том, как она обратилась. Туда что видно, что посмотреть. По-ростовскому прочитаем. Мы положим доброе начало. Завтра сделаем. Я там говорю, ты первый, начни это, когда делаешь... Какой-то пир. Собери нищих около церкви. Игнатий Ильич, у меня одна фара, поеду пока светло, ладно? Давайте. Поехали, Валентин. Ну, пошли домой. А это с Сергеем. Пойдемте, пойдемте. Простите нас. Аллилуйя. Во славу Божию. Ну, мы поняли, в чем дело. Мы не отрицаем Марию Египетскую, но Марию Магдалину почтим хотя бы раз прочитать житие, чтобы подражать ей. Так, ну пошли, все. Это здесь уходим. Последний герой.